Всем привет, дорогие друзья! Хочу вам сегодня показать обзор фикусов своих. Вот фикус Лерата у меня тут на окошечке стоит. Окошечко юго-западное. Чувствует себя хорошо, не капризный. Супер цветочек. Мне нравится. Подрос. Не знаю, сейчас там у него что есть. Он еще выпускает. Наверное, листочка 3-4 дал. Я его тоже как-то осень, наверное, покупала. Был поменьше намного. Вот. Фикус белиз, красавчик. Посмотрите, какой он на солнышке. Тоже на юго-западном, на этом же окошечке стоит. Вот такой красавец. Тоже не капризный, суперский цветочек. Вот. Ну, здесь у меня моя недавняя покупочка. Фикус триангулярис. Я его пересадила. Цветочек понеслась хороший. Пока нормально после пересадочки. Этот фикус, я даже не знаю название. Если кто знает, подскажите. Тоже неплохой. Это коза его объела, и мне его отдали. Говорит, будешь брать? Буду. Ну, взяла. Вот сейчас он у меня стоит на юго-восточном окне. Я его принесла сейчас для показа. Ну, скажу вам, неплохой сейчас стал. То вообще листочков не было. Ну, сейчас листочков много. Вот. Ну, это фикус кинки, походу. Прям большой вырос, такой сантиметр 70. Неплохой. Он вот здесь прям стоит на этом месте всегда. Не каприз, ничего, молодец. Вот тот еще как-то капризничал. Листья много, нет-нет, сбрасывал. Там сейчас вроде ничего. Вот. Фикус тенеки. Тоже он у меня большущий уже. Две макушечки у него кто-то. Ну, я его покупала со срезной уже. Две дал. Не знаю, потом надо будет обрезать эти. Или не стоит. Вот. Вот тут вот в уголочке у меня вот такой фикус стоит. Эластика. Ну, не знаю, какой. То ли абиджан, то ли еще какой. Тоже подрос. Я ему макушечку срезала, укоренила. Там вот сзади подсадила где-то. Вон она. Нормально. Ну, хоть такой кустик получился красивый. Вот. Вот еще есть фикус Андрея. Вот такой вот листочек свой выпустил новенький. Хотя вот этот тоже мой был. Уже новый листочек. И вот он макушечка. Ну, это пока еще небольшой. Я тоже осенью брала. Так. Ну, это вот отросточек у меня на кухне такой большой стоит. Метр с лишним, наверное. А это от него, как зимой, взяла, отрезала веточку, это он топорился. Прям тут же укоренился, мать, 2-3 дня. Но я хочу его потом к нему подсадить, к этой к мамке своей. Вот. Ну вот мой любимчик из любимчика тоже. Фикус Али. Вот такой красавчик. Он, наверное, метр, может, чуть побольше даже. Вот такой. Вот такой красивый. Это от него, это от Тиланса маленькие лежат кусочки. Их тоже брызгу, они растут потихонечку. Вот. Еще вот у меня от него отросточек тоже вон. Молодые побеги есть. Ну и вот такой еще фикус. Пумил. Вот самый капризный из всех фикусов. Такой стелющийся фикус. Ой, ну капризный. Я просто не могу. Еще один есть. Тут прям вообще тоже, как говорится, последним. Ну, живем. Вот. Вот такие. Фикусы мои. Тут вот один листочек. Он был такой. Он хоть давно, я его не оторваю, ничего. Был такой. Ну, вроде бы все показала фикусы. По-моему, я посчитала сегодня 9 штук у меня их. Такие у меня красавцы. Ой, ну вот это вообще. Вон кончик дал, росточек. Ну, до новых встреч, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Заходите в гости, всем буду рада. Канал только начинаю. Поддержите меня. До новых встреч.